Это огромнейший фестиваль, который задействовал всю Украину. И многие художники, не художники, дети, взрослые, старички участвовали в этой акции. Расписывали, как кто может. Кто умел, кто не умел, но зато выложили все свои эмоции, всю душу, в чем вы можете увидеть в нашей работе. Татьяна Зайцева и Стас Кадочников. Ну, во-первых, это Вселенная. То есть, что можно было во Вселенной найти? Это нашу Землю, которая внутри всей этой галактики. И здесь гороскопные сюжеты всех, кто присутствует на небе. Это и львы, и птицы, и бараны, и весь гороскоп, весь сегмент гороскопа. Вот. Ну и внутри это та жизнь, которая нас окружает. И птицы, и рыбы, и животные, и люди. Вот так получилось, так захотели. Я художник, пишу относительно недавно, первый раз в этом мероприятии участвую, захотелось показать, проявить свое творчество, хочется, чтобы больше позитива, ярких красок, добра, поэтому писанка моя называется «Казкова краина», и задумка такова, что все мы родом из детства, и чтобы люди все-таки, вне зависимости от возраста, этого не забывали, помнили, что есть сказки, верили в исполнение желаний, исполнение мечт и побольше мечтали, по большому-то счету. Вот. Ну, поэтому вот такая вот задумка, вдохновляли мои родные, семья, дети. Поэтому все самое доброе, веселое стараемся нести людям. А эта работа представлена наших дочек. Им 4 года всего. Мама всячески держалась, чтобы здесь не вносить коррективы, поэтому максимальная их задумка и творение вылились вот в такую вот прекрасную работу. Хоч на модні закаблуки стали ми, і наші внуки досі в полі чи в гаю, любим полечку свою. Ми не з лісу, а з полісся, та в батьків своїх далися, не куняємо на ходу, випиваємо до ладу. Ой, полько моя, донечко вітрінька, пісня солов'я, полечка поліська. Ой, полько моя, донечко вітрінька. Є авторка цієї писанки, яка називається «Пори року». І в мене вона складається з 4 сторін, як зима, весна, літо і осінь. Кожна сторона має якусь частиночку мене, частиночку всесвіту і частиночку якогось казкового, загадкового, такого, ну, творчого замислу мого. Зима в мене якби асоціюється з такою зимовою пташкою, яка коли відкриває крила, з неї летять пір'їни, які перетворюються у сніг. Весна в мене там є зародження, птахи, які сидять на яєчках, які мають вже ось-ось вилупитись. Літо, то там у мене метелики, які у кожного з нас літають в душі, і вони приносять нам тепло. А осінь, вона в мене символізує вже таку наше українське прислів'я. Курчат считають по осені. І в мене там зображені півень і курчаточка. Пісня солов'я, полечка поліська. Ось пішла п'яна музики та подерті. Черевички, черевички немає, а музика виграє. Ось пішла п'яна музики, бо вже маю.
Меня зовут Анна Май, я художник-дизайнер. На этом проекте участвую второй раз, уже второй год. Очень крутой проект, очень люблю его. Такой объединяющий, заставляющий людей немножко задуматься и насладиться творчеством людей разнообразных со всей Украины. Очень классный проект, в общем, организатором здоровья. Концепция моего яйца, ее я вынашивала очень долго и затронула такую тему, как истина, искренность людей прежде всего перед самим собой, потому что очень многие люди играют в роли, поддаются влиянию, делают не свои выборы, думая, что они на самом деле выбирают этот продукт, потому что они так решили, но не подозревают даже, что маркетологи поработали над этим или политические какие-то влияния. Вот. И мой призыв посмотреть внутрь себя, в глубину, а что есть ты, кто есть ты на самом деле. Ответить себе на этот вопрос иногда бывает очень сложно. И глядя внутрь яйца, получается, в сам зрачок, в самую суть, в самую глубину, человек видит себя, да? И чаще всего людям бывает страшно посмотреть без масок на себя. Вот. Ну, в общем, такой вот призыв «Look inside yourself». Немножко взбудоражить людей и поднять немножко духовность, искренность.